самой кристальной лиге, идем дальше. Радуйся, халяву поймал. Рейтинг набирается и как-то... Поймал халяву. Становится. С3. Да, пешка висит, ух ты. Я это заметил. Я нашел в себе силы это заметить. Конь f3. Так, ну, а, e5 мы побили. Ну хорошо, попробуем сейчас. Да, ну как сейчас конь f5 сыграть, придется e6 играть. Это в мои планы не входило изначально. Так, e4. Ну давайте, может быть, слон b5 пройдем, чтобы... Как-то какой-то темп образовался лишний. А, кстати, я придумал супер идею, как вот так конь e2 грозит. История игрушка 3 смотрит наш зритель. Так, а, кстати, давайте поделимся киношными этими делами. Кто что смотрит? Это, наверное, конь e4 было, точнее, начать. Конь g3 может сыграть. Немножко я неправильно оформил свою идею, да. Все-таки центр я сдал, а за это всегда должны быть какие-то причины на это должны быть. Какое-то оправдание для этого. Ферзь d5, a4. Да, наломал дров. Тут мне придется ретироваться немножко. Как-то да, тут по самой макушке, как говорится, может прилететь. Ну хорошо, пока ферзь e7. Слон d2 можем даже пока. Даже c5, наверное, попробуем ход. Хотя, конечно, страшно. А, ну конь d3 надо было, что я творю, да. Ну c5 с другой стороны тоже не то, чтобы это там ужасно будет. Ну такой ход необязательный, пожалуй. Хотя d8 хочется сыграть, но тогда рокировки не будет. Вот. В этом проблема. Ну можно просто, кстати, пожертвовать даже как-нибудь. Просто там, просто dc рокировка даже сыграть, наверное. Кстати, это может не глупо оказаться. a4. Нет, ну a4 мне нравится, что тут хотя бы конь d3 исход. Никаких нет отпрыгов. Оп, особо ничего такого нету. Ну, dc он может сыграть. Опять же, ну, dc я уже просто забью на все. Я просто пожертвую эту пешку. Слон e3. Да, не, эту пешку я... А, мне кажется, что неприятно, что слон 6 dc уже поле битое, да? Как-то я уже не смогу. Слон g3, длинную рокировку можно сделать. Это опасно. Ну, как-то просто я могу c4 сыграть. Я не хотел этого. Всячески хотел этого избежать, но меня к этому принудили. Нет, это уже рискованно. b3 как-то очень смотрится странно. Король b2. Так, ну, наверное, уже можно... Вроде все очевидно было. Протернуться, так сказать. b4. Конь b4 наша идея. Подводим ладью на c8 и пытаемся в районе поля c3 что-то сделать. Это будет мудро. Такс. Сейчас тоже в поиске хорошего кино, сериалов там. Может, подскажете что-то? Да, пусть. Развивая тему. Не, ну это можно, наверное, даже просто отступить. Да. ВЦ, конь b6, то есть тут уже мы, ну, явно там какую-то приличную достаточно компенсацию должны. Правда, это тоже, конечно. Не так все классно, как хотелось бы. Ну, в общем, как-нибудь. Ферзь e2 как-то сыграет. Как мы ферзь d7 будем приставать. Опять конь a4. А, конь a4 там, правда. Король b3, b5, cb. Ёлки-палки. Что-то. Перестарался я маленько. Соперник явно, мне кажется, ошибался, но я ошибся в ответ. Ой, да. Такое тоже бывает. Так, как-то тут... Надо к этой пешке приставать. Конь b4. Все равно король у него слабый достаточно. Где-то мы этим рано или поздно все же попытаемся воспользоваться. За дебильный ход я сделал. Ферзь e2. Конь b5, конечно, совсем страшно. Блин, зачем ферзь f3 был выиграл? f3. f6, c6, нет. Как-то надо пробиваться его королю.
Да, и как-то не стоит ни к силу, ни к городу он стоит. Так, а нежели так? Что-то здесь, да, дела пошли прям совсем неважнецки. Сколько можно уже, а? О, ёлки-палки. Вот да, так да. Тебе, Климушка, да, Сычев. Эх, Сири, если прощай, Климушка. Понимаю.